құрметті форумға қатысушылар, құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының үкімет атынан дәстүрлі Астана Инвест 2017 инвестициялық форумының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Форум әлемдік дағдарыс жағдайында туындап отырған мәселелерді бірлесе отырып, жан-жақты талқылауға мүмкіндік туғызып отыр. Сонымен қатар Астана форумы Қазақстанның Еуропа мен Азия арасын жалғастырушы маңызды экономикалық және саяси факторға айналып отырғанының жарқын көрінісі. Уважаемые гости и участники форума, дамы и господа, от имени правительства Республики Казахстан рад приветствовать вас на старшем уже традиционном инвестиционном форуме «Астана Инвест 2012». Проведение данного мероприятия в рамках Астанинского экономического форума глубоко символично, оно стало значимым событием деловой жизни столицы нашего государства. Это достаточно уникальная возможность для диалога, прямых контактов между политическими, деловыми кругами разных стран. Для столицы и нашей республики в целом это эффективный способ для продвижения инвестиционного потенциала. А роль Астаны как моста между Европой и Азией свидетельствует это проведение саммита ОБСЕ, съезда лидеров мировых и традиционных религий и другие международные мероприятия, ставшие уже традицией нашей столицы. Быстрый том темпы экономического, социального и культурного развития столицы делают ее привлекательной для инвестиций. Для дальнейшего качественного и быстрого роста Астаны актуальны проекты развития городской инфраструктуры. Выставка сегодня показывает очень интересные проекты, которые наверняка заинтересуют многих инвесторов, которые приехали к нам в гости. Это огромный по емкости инвестиционный рынок. Столице нужны современные технологии. Они должны быть энергоэффективными и направленными на энергосбережение. В целях создания благоприятного инвестиционного климата Астаны с 2002 года в городе действует специальная экономическая зона «Астана. Новый город». В целом в Казахстане действует 9 специальных экономических зон и 4 индустриальные зоны. Создана необходимая правовая база для осуществления и поддержки инвестиционной деятельности. Законодательством установлен широкий пакет мер государственной поддержки, начиная от льготного налогообложения до софинансирования и обеспечения необходимой инженерной инфраструктуры. Политика создания максимально комфортных условий для привлечения инвестиций не сырьевые, экспортоориентированные высокотехнологические производства отражена в государственной программе по форсированной индустриальной инновационному развитию нашей страны, которая реализуется с 2010 года. В рамках программы правительством разработаны системные меры и инструменты поддержки, они достаточно хорошо известны нашим инвесторам. Определены приоритетные отрасли, в том числе горно-металлургический комплекс, нефтехимия, машиностроение, агропромышленный комплекс. Выявлены перспективные так называемые нишевые или якорные проекты, направленные на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом высокий потенциал в энергетических ресурсах, доступ к рынку соседних стран делает Казахстан еще более привлекательным для развития экспортоориентированных производств. Я имею в виду таможенный союз, я имею в виду ЕЭП, перспективы, я имею в виду ВТО. Политика максимальной открытости и стабильности, проводимая нашим государством, вызывает все большее доверие со стороны зарубежных инвесторов. Об этом свидетельствует объем привлеченных и накопленных прямых инвестиций. С 1993 года Казахстан привлек почти 150 миллиардов долларов США, по этому показателю мы занимаем первое место среди стран Центральной Азии и второе место среди стран СНГ. Согласно оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor's, наша страна стоит на первом месте среди стран СНГ по долгосрочному рейтингу иностранной валюты, достигнув в ноябре 2011 года уровня BBB+. Данный показатель определяет кредитную перспективу страны как стабильную.
В свою очередь, Всемирный банк поставил Казахстан на 47-е место из существующих 183 в рейтинге ведения бизнеса 2012. Doing Business, вы прекрасно знаете, здесь мы значительно опережаем многие страны. А по показателю уровня защиты иностранных инвесторов, мы вошли в десятку стран с наилучшими условиями защиты интересов инвесторов. Поэтому я еще раз говорю, делаю посыл нашим зарубежным партнерам, смело расширяя свое инвестиционное присутствие в Казахстане, нашей столице, городе Астане. Создавайте совместные предприятия, открывайте производство. Все существующие инструменты, меры государственной поддержки будут обеспечены. Формат этого форума нашей столицы дает возможность лучше понять экономические, правовые и иные условия ведения бизнеса в нашей стране. Здесь будут представлены на этом форуме интересные идеи и проекты. Можно будет обсудить перспективы и проблемные вопросы международного и регионального сотрудничества в сфере инвестиций. Хочу пожелать всем участникам Астана Инвест Форума успешной и плодотворной работы. Спасибо.